только что отыграла группа Люцифуго. Это одна из самых раритетных команд Житомира. И если кто-то из вас с ними еще не знаком, то те, кто читали журнал «Шизмы» и «Хардвейн», уже знают о них кое-что. Как что-нибудь расскажи о группе. Как давно вы существуете? Мы существуем осенью 95 года. Собрались вдвоем вот с Баламутом. Он играл раньше в таком составе, как Медиум. Был басистом, я играл в группе Детонатор. Вокалистом был. Вот. Из-за своих идейных соображений. Мы объединились, решили выразить, то есть, свои чувства в музыке. И стали играть совершенно другую музыку. Сейчас мы играем black metal. Чистый black metal. И мне, допустим, не нравится, когда норвежские команды вот жгут там церкви, скажем. Это уж слишком. До такого мы, наверное, не дойдем. Мы, скорее всего, пропагандируем идеи Энтони Лавея. Что мы, может, не разделяем идеи этой музыки, но музыку саму мы слушаем, понимаем, играем с удовольствием. Но идеи, может, для нас чуть тяжеловато. Мы не то, что там сатанисты, там, или там в Бога веруем. Мы где-то посередине. Но я очень рад, что Житомир, в этот фоксово дурацкий город, приехали ребята из Винницы. Без ровно. Надо просто побольше концертов выездных. Мы являемся вдвоем членами группы, нам помогают сессионные музыканты. Леха барабаны, Виктор гитара. Мы играли с ними раньше в одном составе. Так, в принципе, все. Так, в нашей команде планы играть только по желанию, только с блэковыми командами. Это стиль надо на Украине продвинуть больше. Это новый стиль. В Украине очень мало команд, так же, как в СНГ, блэковых. Мы хотим подвинуть это. Народу привести больше блэк. Не только попсу, там, бруклинский хардкор, там, или так далее. А вот именно блэк поставить на Украине, наравне со всеми стилями, которые еще есть.